Я вам сразу скажу, что я не очень готовлюсь к этому. Только что мы с Максом просто сидели философском. Вот, потому что готовиться это как-то сильно формально будет складываться, наверное. Вот. Но поскольку живопись это много импровизации, приходится импровизировать на ходу. И вероятно, среди вас есть те, которые не были на предыдущих семинарах. А те, которые были, все равно, вероятно, нуждаются в том, чтобы проговорить как бы идею старта вот, в живописи и, может быть, еще раз что-то услышать, а может, я что-то нечаянно скажу еще полезное для новичка, поскольку я постоянно работаю с новичками и вижу их проблемы. Вот, то я сначала поговорю... Громче, да? То я сначала поговорю... о том, как желательно войти в процесс обучения живописи, а потом уже буду что-нибудь показывать. Это что-нибудь будет интересно точно. Я несколько раз уже столкнулся с этим что-нибудь, вернее, много раз сейчас сталкиваюсь как раз с этим что-нибудь, когда в пейзаже можно решать задачи очень нарядно, зная просто некоторые... основополагающие ключи, и, конечно, это в первую очередь свет и тень. Вот. А изначально хочется поговорить о том, как организовать свой учебный процесс, поскольку каждый из вас человек взрослый, и у вас нет времени, как у деток, плавненько войти в мир живописи и знаний о ней, просто потому что есть время на это ходить. Художественной школы, потом художественное училище, а потом еще зародить еще в институте отучиться. То есть у вас нет времени такого. 12 лет у вас на это нет. А чтобы не попасть в тупик сразу и чтобы не забросить такое замечательное развлечение, как живопись, конечно, стоит организовать свой учебный процесс разумно. И я вот даже сейчас вот пришла мысль в голову, вы, наверное, знаете многих художников, даже по нашей Третьяковке. Но вот, например, такой художник, как Саврасов, мы, если начнем просматривать его живопись, это одни и те же домики, болотца, деревца, в основном деревца, болотца, отражения, птички. И хотя человек прошел академическую школу, ему пописать разную живопись. Он и в портрете мог бы реализоваться, и в других вещах. Однако упростил свою живопись до деревца, отражения, птички. Вот. И многие художники, и такие лидеры, как Айвазовский, вы знаете, тоже достаточно упростили свой творческий путь до почти однообразных пейзажей, хотя, конечно, сделаны они великим. А учебный процесс как раз рассчитан на то, чтобы художника, кругозор художника расширить до крайности, чтобы он мог одинаково распробовать и пейзаж, и натюрморт, и портрет, и, может быть, в наше время и абстракцию. И когда вы приходите к этому, вы сталкиваетесь с этим академическим предложением. А академическое предложение изначально рассчитано на эти пресловутые 12 лет, которых у вас нет. И вы, приходя в учебную студию, вам ставят, допустим, куб, там, драпировку, цилиндр, шар, яблочки, бутылочку. И, в общем-то, задача довольно неинтересная, но она как бы очень поучительная, полезная. И она действительно полезная. Но ту же драпировку, тот же цилиндр можно, например, делать прямо на человеке. Человеческая рука, ну и не только рука, вообще весь человек – это одни сплошные цилиндры. Голова – это шар, драпировочки – это одежда, которая на нем. И можно совместить полезное с приятным, делая сразу задачу серьезную. Вот, что мы и делаем на наших уроках,
И вам тоже советую не включаться в этот процесс, который, к сожалению, предлагает большинство студий, обучающих студий. Ну, сейчас, конечно, не только такие есть предложения, сейчас есть и мое предложение, и несколько, я знаю, людей пробуют тоже себя, художников пробуют себя, и обучать пробуют именно в такой манере, когда эффективно и продуктивно. И вот к этой продуктивной живописи я как раз хочу призвать. То есть учебный процесс организовать так, чтобы сразу он был продуктивен, чтобы не было бумаги испачканной и положенной в стол на выброс потом, не было холстов перепачканных, и потом эти отчаянные попытки рассматривать, как, ну вот было, пыталась научиться рисовать. А чтобы его организовать, этот процесс, я как бы вот рекомендую сначала попробовать несколько вариантов, несколько тем основных в живописи, то есть мы знаем какие это темы, я вот их перечислил, это конечно же пейзаж, причем пейзажей бывает много, разные пейзажи и разные стили написания пейзажей, то есть скажем импрессионизм принципиально ну не принципиально, а очень отличается от пейзажа а-ля классика, а-ля 19, 18 и так далее век. Пейзажи наших современников и отличаются и, скажем, экспрессии отличаются и от импрессионистов. Ну вот, например, это же можно было бы назвать импрессионизмом, но импрессионисты до такой простоты еще не доводили свою работу, а это уже, так сказать, современники, которые импрессионизм доводят аж до экспрессионизма. То есть когда вообще в два движения все делается. Вот. И есть натюрморты, опять же, разного качества и разного характера. Есть пленэрные натюрморты, то есть на улице с солнцем, или, ну, в основном солнечные. И домашние вот эти. Все они очень полезны, вот эти вот домашние, конечно. Особенно там изучение идет очень серьезное в натюрмортах, но опять же дело вкуса, многим натюрморт противен просто, а другие наоборот натюрморт. Вот. Потом есть портреты и тоже разные отношения, особенно в наше время разные отношения к портрету. Вы знаете, есть легкие портреты, где только угадывается образ, а есть фундаментальные портреты, где буквально реализм. Исповедуется художниками реализм чуть ли не Лепина, чуть ли не Крамского. Вот. А есть легкие образы, где только угадывается портрет, и где только угадывается основные принципы живописи. Вот. Все так легко, весело, непринужденно. И вот к этому весело, непринужденно, конечно, мы здесь более всего заточены. Рисунков у нас еще нет в нашем сознании, мы еще не умеем рисовать, но в принципе мы все, у нас есть глаза, и мы видим. А есть вещи очевидные, которые в принципе можно изобразить. И ключи к изображению тех или иных вещей, они в общем-то есть, их можно подбирать и вполне продуктивно работать. Особенно из руки мастеров, если взять эти ключи, чтобы они тут же и показали, и рассказали основные каверзы, которые могут встретиться в работе над картиной. Не знаю, может я сейчас очень пространно и непонятно рассуждаю, но вот я может, сам себя даже разогреваю, а там, глядишь, и вам что-нибудь достанется. Хотелось бы. Понятно, все правильно. Одним словом, я призываю сделать учебный процесс продуктивным и, сталкиваясь с учителями, которые будут вас там каким-то образом обучать, и навязывать этот продуктивный способ обучения. Когда вы не просто делаете студии, так называемые, да, вот студия, цилиндр, шар, и вот студия, которую потом разве что выбросить. Ну, или
Я даже не знаю, куда это. Долго она хранится, все равно не будет. Ее все равно скоро выбросят. А сразу делать конкретные картины. И художников подбирать, которые не... Учителей этих подбирать, которые не мудрствуют. Вот у меня есть друзья-художники, которые, глядя на мой опыт, тоже увлеклись. Вернее, тоже захотели преподавать. Вот, и, ну, поскольку среди вас в основном одни женщины, а среди нас в основном одни мужчины. И что? То, конечно, многие друзья, художники, тоже пробуют себя в этом. И потом говорят: слушай, Сахаров, а что ты делаешь? Почему не от тебя счастливыми уходят, а от меня несчастными? Ты слово, допустим, Марс коричневый, темный, прозрачный произносил? Или там, допустим, краплак розовый, прочный. Ну да. Все. Я говорю: ну так что ж ты хочешь? Вот. Это только один из примеров. Ну это как бы я их так тестирую. Потому что действительно люди фундаментально развивались. Для них это все было очень важно. И им это со всей важностью назидали. И им трудно сойти с этого пути. Мне может быть легче, потому что я много лет ушел из светской живописи и работал в иконописи, и я там упростил свое сознание до нельзя, поэтому теперь у меня коричневило, белило, коричневило, краснило, желтило, и на этом языке намного легче работать, чем грезца, да нет, у художников есть слово грезца, вот, оно, в общем-то, хорошее, и, в общем-то, я думаю, вам понятно, то есть это не грязь, а именно грязца. А еще у художников есть фраза: чем больше грязи, тем больше связи. Вот, то есть подразумевая, что грязевые вот смешения, когда 3-4 цвета в одном мазке, что они гармонизируют картину еще больше, чем откровенные цвета. Но, конечно, мы умеем и откровенными все это делать, и многим нравится как раз чистота цвета. Вот. Но тем не менее есть вот такая фраза. И мудрствование учителей часто приводит к тому, что человек, сталкиваясь, даже на первых уроках, сталкиваясь с живописью, приходит в панику, что нет, это не для меня. Хотя живопись настолько проста, но она может быть чуть сложнее, чем работа с глиной, вот когда вот этот гончар там всего лишь легким прикосновением руки это делает. Но это тоже материал. Это материал в первую очередь, а во вторую очередь это математика. А математика может быть даже и не во вторую, а может быть, если покопать, то и в третью, и в четвертую. То есть выучить, на самом деле, теорию в живописи на одну страницу. И там, где пролито много воды, именно теоретической, как правило, это больше, в большей степени теория самой композиции. Но и композиция тоже, как математические формулы, тоже не очень-то требуют этой... Есть люди, у которых просто есть вкус. Он есть или он приобретен. Есть чувство композиции. А в работе с фактурой краски, с рисунком и вовсе... Чувство рисунка, чувство цвета. Есть цветовики, которые рисовать так и не научаются. Я постоянно сталкиваюсь среди вас вот, с людьми, которые рисунок не идет ни в какую. Вот просто человек, сколько не рисует, лучше не становится. То есть я имею в виду, точнее его рисунок не становится. Но как цветовик безупречен. Он настолько любуется цветом, он настолько влюблен в цвет, что это сразу видно на картине. Так и есть же живопись для него, где рисунка вот столько, вообще нет. Очень приблизительные вещи. Но от того, что он любуется цветом, он может при элементарном рисунке давать преизящные картины, просто опираясь на свое цветовидение, на свое смакование цвета. Ну, недавно буквально девушка стоит, пишет, а я с балкона там стою, курю и с балкона наблюдаю, как она пишет. И головочка, ну, настолько, вот, головочка влюбленной
вот, в предмет девушки. Она, я не вижу, что на холсте, хотя я видел, я же ходил там по кругу, показывал что-то, но я как бы не вижу, что на холсте, но вижу ее влюбленное состояние лица и головочка, то так наклонится, то так. И я даже ей потом говорю: слушай, как красиво ты вот стоишь у холста. Говорю: а давай снимем, говорю, такой фильмик, где ты вот, вот так вот пишешь, то есть, ну, будем снимать 3-4 часа, чтобы ты забыл, что тебя камера снимает, вот, чтобы ты писала, вот, любовалась этим. А это как раз вот девочка-цветовик такой, по природе цветовик. А потом камера сначала любуется тобой, 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 потом заедет, заедет мысленно, и как бы зритель ждет, мы сейчас увидим, наконец-то, ту красоту. Замешает, а там, собственно, ну, такая беспредметная живопись, я, конечно, более ярких словах это произносил, но там беспредметная живопись. И зритель просто обескуражен, надо же, такое странное и с таким лицом. Но сам процесс... Да, но при этом в цвете это безупречно, поэтому кого возбуждает цвет, она обязательно найдет свою аудиторию. Ну, в этом смысле живопись вообще хороша, потому что в отличие от пения, да, вот если ты поешь, соседи будут, даже просто домочадцы стошнит с тобой рядом находиться. А живопись не нравится — не смотри. То есть ты никого не напрягаешь. Но если ты находишь, а всегда найдешь, так сказать, сотаимника своему творческому процессу, своему творчеству, вот, конечно же, найдешь в лице других людей. Просто посредством своей живописи, своей, так сказать, такого рода исповеди и обращенности к миру, найдешь себе друзей и вот даже сотаинников, вот когда он так же чувствует. Вот. И я ушел от темы, мы сейчас вернемся. Вот. Я к тому, что стоит, начал я там с Саврасова, который рисовал такие элементарные вещи, будучи там академиком, преподавателем в академии того времени, да, и казалось бы, что ж так умельчить себя. Ну, пил же, конечно, всеми, поэтому некогда было. Вот. Вроде как, если я правильно помню, да, то пил. Ну, только птички выходили с утра. С избушкой. А что делать? Ну, такая вилка. А новичку навязывается как раз весь спектр живописи. И, по идее, вместо того, чтобы его как раз научить птичкам, к чему он должен в итоге прийти. Пить надо, пить. Да, к чему он должен в итоге прийти. Он учится всем. То есть учебный процесс направлен на то, чтобы научить его всему. И тут он, конечно, растерялся и попался, у него нет даже элементарно времени. Он, конечно, выбывает из соискателей этого творчества изобразительного. Поэтому я предлагаю каждому из вас организовать свой учебный процесс таким образом. Опробовать сначала несколько самых, так сказать, приятных для души техник и этих идей живописи, то есть будь то портрет, натюрморт, пейзаж и так далее, и техник опробовать несколько, чтобы, ну, немножко вооружить руку, познакомиться с самим материалом. Конечно, самый удобный материал — это масло. Маслом можно все. Вот если все остальные материалы, акварель, акрил и другие, столбят за собой только узкую часть, то масло может все. Может и как акварель, и как акрил, и как графические материалы, вот, там пастели и прочее. Она может все. А те могут только то, как могут. Поэтому распробовать много техник, ну как, несколько техник, самых приятных для души. Распробовать несколько вариантов, несколько тем. Вот, и сосредоточившись на одной из них, ну, скажем, я, к примеру, березовые рощи, ну, человека тяга к березовым рощам. Ну, писать эти рощи бесконечно
то есть не бесконечно, а на первом этапе, выучив конкретно тему березовой рощи, сделать целую коллекцию этих картин. Или, скажем, в море. Я люблю море. Пожалуйста. Выучить идею морского пейзажа. Тихого, чуть-чуть там, с волной, или, может быть, даже штормовой. И создать первую коллекцию картин, опираясь на которую, потому что все равно в процессе будут технические наработки, опыт рисования появится, опыт рисунка, то есть и линейного, и прочее. Сделать эту коллекцию и наращивать дальше свой... То есть создать коллекцию, которая уже говорит о тебе как о художнике. Ну и первые даже пробы в разных отраслях живописи сделать тоже готовыми конкретными картинами. Потому что даже выпускники институтов, и даже хороших институтов, часто оказываются совершенно беспомощными перед рынком живописи и перед, так сказать, аудиторией. То есть студии они научились рисовать, а готовую картину нарисовать не научились. То есть готовая картина просто худо-бедно доползает до какого-то состояния, но у него он весь в этих студиях, весь в этих технических приемах, приколах и прочее. А вещь создать, продукт создать он не может. И в этом смысле, конечно, западная система, она более эффективна. Они сразу ориентируют на продукт. И я как-то тоже вот сам по себе вот так вот понимаю, что лучше начинать с продукта. Поэтому наши уроки, они рассчитаны на ваше умение сделать картину, на знакомство с материалом, с холстом, и с рисунком, конечно, и с композицией. Но самое главное – это научиться сделать вещь. Даже выбор темы тоже как одно из актуальных проявлений вот этого продуктивного творчества. То есть не браться за темы, которые ну, принципиально не сможешь. Тут никаких шансов. Времени уйдет очень много, некоторые картины требуют выписки месяц. То есть, а в вашем случае, когда у вас только урывками эта возможность есть, это значит и год целый. То есть, уже на пятый раз картина будет тошнить. Будет тошнить, рука не подниматься, ее писать. И зная, что это так, то лучше и не связываться с теми задачами, которые вы точно не решите. Где требуется именно тот академический пласт 12-летний, которого у вас нет и не предвидится. Значит, выбор темы – очень важный момент для себя, то есть потом сориентироваться, вот когда вы уже прошли несколько вариантов тем, выбор для себя темы и выбор. Ну, кстати, вот характерные импрессионисты, они же, когда предприняли эту идею, то к ним примкнули люди, в том числе и посторонние к живописи. То есть сама технология письма настолько проста, что люди с улицы стали импрессионистами. Ну, поскольку это было в основном касалось пейзажа, импрессионизм, это больше пейзажная живопись, то, конечно же, пейзаж самое простое, и, конечно, люди с улицы прекрасно влились в среду импрессионистов, а идея была настолько новаторская, а других идей еще не было, что они только в этой теми и развивались, и, конечно же, все у них... Сейчас, конечно, глаза разбегаются, тем очень много, и хочется попробовать себя и так, и там вроде какой-то момент, и немножко художники дезориентированы. Вот. Хотя, опять же, это больше проблема наших художников, у которых широта сознания не дает им все-таки немножко сузить рамки поиска. Вот, это вот как бы... Что касается такой вводной части, не знаю, насколько в этот раз это получилось сказать. В прошлый раз у меня было целых 3 часа на это, и как бы удалось больше сказать. Поэтому я еще вот хочу сказать, что самой теории в живописи, вот ее в книгах бессмысленно искать. Когда человек пишет книгу, он, конечно, в первую очередь понимает, что это текст, таблицы, схемы, то есть
намудрить что-то. Но на самом деле теории в живописи хватит ровно на странице. И основополагающие там пункты. Ну вот скажем, вот я на прошлом семинаре это говорил, и аж сам остался доволен. Вот есть понятие света и тени, да, и казалось бы, это вещь очевидная, поэтому здесь как бы и какие знания? Ну вот освещено, а вот в тени. Но, как правило, до человека не донесена такая важная особенность света и тени, как густота краски. Вот теневые не любят густую краску. То есть по возможности теневые должны остаться акварельными, в масле в том числе, то есть как бы залитые маслом. И вы, когда пойдете смотреть живопись, вы столкнетесь с тем, что теневые очень мало используют вещества краски. А световые, наоборот, плотные, густые. Ну вот, о плотности очень хорошо рассказано, вот, допустим, вот здесь. Вы видите, почти акварельный характер теневых. Вот. И плотный, густой краской набранные световые. И оно звучит. Потому что, и вообще в живописи есть понятие, звучит, не звучит. Можно вырезать картину от и до, и будет ну, как бы, идею фотореализма, да, вот сейчас есть такая идея, когда даже думать не надо, просто вылизывай до полной точности. Ну, понятно, что вы не сможете дать полной точности, просто от неопытности работы в тоне, то есть степени темности краски. Работа в тоне – это степень темности. Но, в принципе, да, вот есть люди, у которых хорошее чувство пропорции, они могут вылизать картину даже до фотореализма. Но это не будет феноменом интересной живописи. Это будет вот феноменом ремесленного совершенства. Да? А ничего эмоционального в этом не будет. Ну, разве что удивление, что надо же. И это все я. Надо же было так. Вот, кстати, ошибиться. Вот одна из основополагающих вещей для живописи маслом, это то, что теневые не любят густую краску, а световые любят именно плотную густую краску. И если вы даже вот это знание запишете, а в конце работы, допустим, вы написали картину, и у вас есть несколько тезисов, причем основных, не каких-то странных, почерпанных из книг, в которых просто художник льет воду, чтобы книга была потолще, цена подлиннее. Вот, чтобы выбрать из воды очень трудно. Но вот из таких практиков, художников практиков, вот, можно вытащить интересные мысли. Но вот одна из этих мыслей, я думаю, что все художники подпишутся сразу под ней, что это одна из важнейших мыслей. Это вот это. И в конце работы всегда, вот в конце конкретной картины, вы всегда можете сесть и посмотреть. Ага, густые, не густые, вот, а у меня. И густоту где-то спилить с холста. Бывает, можно и по шкуре, можно и лезвием, и ножом довести до малого количества краски. То есть все сохранится, только краски останется мало, и в этом будет некая культура подачи. То есть доработку можно навести уже с использованием основополагающих каких-то вещей. Вот. То есть сейчас я, после перекурчика, я буду показывать, я тут глаза разбегаются, конечно, ну вот, может быть, действительно с этой и начну, потому что здесь очень интересные моменты есть, как в рамках тени появляются какие-то узнаваемые там предметы, и как должна звучать вот эта тихая акварельная обстановочка теневая, ну и как, соответственно, положить внятно. Вы видите, что рисунка здесь очень мало, то есть каждый из вас, в принципе,
вот это с точностью до точной копии может это сделать. И таких картин, и таких сюжетов в жизни очень много. Иногда мы сделали фотографию такой картинки, допустим, мы сделали фотографию. Представим себе, что это картина, что это фотография, а не картина. В ней, конечно же, все это так внятно выражено не будет. То есть это наши уже художнические приемы, которые делают из изображения именно живопись, а не фотографию. На фотографии все это будет не усилено, все это будет недосказано. Мы очень часто даже говорим, как на картинах Сарьяна или как на картинах там, Ренуара. А это потому что, причем вот это могло бы быть, вот, бывают такие дни, когда аж вот так освещены предметы, но они бывают редко, иногда какое-то молоко в небе, вот этого сырости, которое не дает свету так сыграть, или наоборот, там какие-то причины. Вот. А художник просто наблюдает предыдущие разы подобные удивительные моменты, потом даже неудивительный пейзаж, на который он смотрит, доводит до удивительного состояния. Вот. И для этого есть, конечно, вот, аргументы технические и технологические, которые приводят изображение к изящной, интересной, эмоциональной картине, а не просто картинке. Вот. Опять же, картина или картинка. Вот, очень важно, можно вырисовать все препедантично и проявить даже мастерство, и масса художников очень мучаются от того, что картинку они сделать могут, а вот картину, вот что шик в этом был, не могут. А вот я сталкиваюсь с тем, что многие ученики, хотя в основном это, конечно, женщины, ученицы, корректнее было бы сказать, многие ученицы, наоборот, могут создать шикарную вещь, не имея толком ни навыков, ничего. Просто наличие вкуса. Кстати, у женщин это больше выражено. Мужчины меньше доверяют своему вкусу в живописи, если они начинают вот в возрастном состоянии. У них очень много сомнений. Женщины, в силу того, что эмоциональны, вообще они более, наверное, творческие, хотя вроде как философии, да? Не так? Да. Мужчины. Нормально. Нас больше. Лучше молчать. Но на деле, на практике оказывается, что женщины гораздо более, более творческие. Им все надо. Они неуемные. Им хочется жизни. Мужчины как-то так деревенеют в своей жизни, что это живопись. Хотя живопись, он уже все про жизнь знает. Ему ничего нового в жизни не надо. Хотя вот в нашем случае несколько мужчин. Ну их мало, нам их не хватает таких. Художников мало, женщин много. Остальные все деревенелые, знаете ли, вот такая беда. Садофонство, мужчины какие-то садофоны, да. Садофонство и живопись. Нет, нет. И творчество это вообще. Нет, я рядом не лежал. Да, сбили мы. Демография пошла. Для мужской части уточните, как женщины. Счастливые это вас. А, от того, что мы вас обрём на части таких. По моим наблюдениям, более творческие, более неуемные, эмоционально подвижные, они умудряются сформировать свой вкус. И даже на шопингах своих там, и просто они готовы любоваться окружающим миром. Мужчины только платить. Часто как потребители, а они как любователи. Вот. И, конечно, в итоге получается, что когда они берутся за творчество, хотя они вроде живописью, допустим, не занимались, но как-то у них легко получается. И я вам скажу совершенно честно, что очень много женщин, которые уверены в своем вкусе, вот именно уверены в своем вкусе. То есть у нее какие-то есть для этого. Даже если он дурной, но он уверен, она уверена. Она пишет, и у нее получается. Просто потому, что она знает, вот это красиво, вот это некрасиво.
Вот это, с этим я еще поработаю, а это я уже оставлю. Это вкусный кусок. Для нее вкусный. Хотя в основном все-таки вкус — это понятие универсальное. И, конечно, как правило, то, что человек внятно исповедует, вот, это красиво. Как правило, это все-таки красиво для всех. Просто есть иногда вот дурной вкус, который настаивает на своем. Но опять же, но лучше не сомневаться, когда берешься за творчество такое вот изобразительное, чем сомнениями лишить себя возможности сделать внятный продукт. Ну, если у тебя, допустим, нет вкуса, и ты сомневаешься, что он мог бы вообще появиться, но лучше сделать внятный продукт, проявив свой вкус, он все равно он обязательно найдет своего зрителя, найдет своего сотрудника с таким же трудным вкусом. И не будут вместе любить друг друга или картину. А сомнение, оно ведет даже не к тому результату, а просто бесплодию. Ну а поскольку у основной массы женщин, а среди вас именно это, в основном все-таки та аудитория, которая вкус свой формировала, иначе вам эта живопись была бы не нужна совсем, то вам нужно научиться не бояться свой вкус исповедовать на холсте и делать уверенно то, что вы считаете красивым. Понятно, что в живописи есть свои какие-то нюансы, которые понятие красивого будет формироваться еще и в процессе работы с живописью. Вот. Ну вот я вот как бы лью воду, может быть, уже и себя разогрел для чего-то такого практического, прикладного. И вот я сейчас тогда скажу покурить, а потом приду, и мы просто попробуем с веществом в руках посмотреть на вот эти вот проблемы света и тени в пейзаж. Может быть, я еще скажу, что пейзаж все-таки настолько легкая тема, я иллюзионизмом коснулся и сказал, что это легкая тема, что пейзажи развиваться совсем легко. Поэтому если бы вы сделали, скажем, десяток работ вот, в традиции импрессионизма а-ля Мане или Ренуар, или другие ребята импрессионисты, вот, то таких простых, не очень сложных, не требующих точного рисунка, а пейзаж, как правило, не требует точного рисунка, то, выучив мазок, идею подачи мазка, вы смело можете переводить любую фотографию, которую вы сделали на природе, или прямо стоя на природе, вы смогли бы переводить то, что перед вами, на язык импрессионизма легко. Значит, вот, просто обещаю каждому из вас, что 10 работ, 10 копий импрессионистов, и вы способны работать в традициях импрессионизма. Если вы не будете в период этого копирования отвлекаться на другие темы. То есть вникнуть в тему именно копирования, потом уйти в аналогии, то есть брать аналогичные сюжеты и переводить на язык импрессионизма. И потом, когда уже это укрепится в вас, когда вы точно можете работать в импрессионизме, тогда уже добирать новые версии живописи, и портретные, и натюрмортные, и прочее, прочее. То есть, вот я буквально гарантирую успех всякому новичку, то есть и продуктивный, то есть сама копия, она тоже является продуктом полноценным. Есть еще понятие свободная копия, и в высших учебных заведениях люди очень хорошо знают, что копирование – это самый короткий путь к совершенству в живописи. И творческие проявления можно совершать в том числе и в процессе копирования, заменять дерево, стояло здесь, переставил на другую сторону. Просто переставляя предметы, добавляя облака, добавляя, убирая, и в итоге у вас уже могла бы быть не точная копия, хотя копия сама по себе тоже хороша. То есть выучить изначально на старте тему, утвердиться в ней,
создать коллекцию, и тогда уже прибавлять новые знания, новые темы по мере дальнейшего усвоения той. То есть периодически все-таки возвращаясь к той, которую у вас станет основополагающей. Тогда ваш творческий процесс будет и продуктивен, и успешен. Ну вот так показывает практика. Потому что те девочки, которые берутся, вот они все темы просмотрели, и все равно продолжают разные темы, забывают совершенно. То есть они каждый раз забывают, как изображалось то, что у них, может быть, даже хорошо получилось, но они уже забыли. То есть надо в десятках измерять закрепление темы. Вот, да? Ну вот я как раз там, пока мы в перекуре стояли, рассуждали об этих живописных проблемах, одна из них была проблема продажи картин. И мне вот как раз девочка у нас у меня на уроке в Киеве стоит тихонечко, пишет каких-то котиков, каких-то так пейзажиков. Ну, как бы на вид ничего особенного, ну нежно, очень нежно, очень нежно, нежно, нежно. С чувством сделано. Я ж не знал, что она их умудряется продавать еще. Вдруг она мне сообщает, что вот так продала на последнем. Где-то она там устраивает свои картины, подсовывает. Говорит, продала за 7 тысяч долларов. Ничего. Породистые котята. Говорю, а что, девочка, это единственная твоя продажа? Она говорит, нет, у меня еще месяц назад продалась, и тогда продалась, и тогда. Так в среднем продается, я их продаю не дешевле 2-3 тысяч долларов. Понятно. А последняя, вот она прям похвасталась, она. Так бы я и не знал, что она их по 2-3 тысячи продает. А что за работы тут? Большие? Ну, вот такие чуть больше. Там просто коты, там семья котов. Мило. Твоя собака баба. Ну, пейзаж. Но она их с такой душой пишет. Я вижу, что она с душой пишет. Ну, я думал, ну, может, там, если продаются, по 500, ну, по 600 максимум. Нет. Вы видите, что в зависимости... А она пиарщик. И ее зовут пиарить крупные фирмы, там все. И когда у них там что-то, она их в качестве дополнительного украшения этого какой-то акции, она их подсовывает. А там люди приходят с небольшими деньгами, да, умиляются. Особенно на фоне бизнеса. Умиляются. Поэтому не обязательно. Пишет она из фотографии котов-то или из чьей-то картины? Не, она из головы пишет. Там картина. Ну вот а-ля вот эта художница Горчинская. На Украине очень известна. Очень милые вещи. А ваша дочка, по-моему, пишет, да? Моя дочка делает... У вас есть комик. Ну да. Она, поскольку так немножко стеснительная, вот, а говорит, дай мне какую-нибудь задачу, чтобы я не сильно парилась. И она делает копии этих Гопчинская, а Гопчинская стоит дорого, а, соответственно, и копия чего-то стоит, и популярность. В общем, Полина моя не пытается сейчас развиваться как художник. Она просто этим развлекается. Вот. Сделала, продала. У нее есть деньги на то на сё. Значит, вот мы тут хотели, ну я хотел, чтобы навязать вам прочтение, допустим, вот такой картинки. Здесь я целый ряд подобных картиночек принес, и вы могли бы это тоже увидеть, что тут есть вот эти вот на свет тень. Вот, среди них, допустим, ну вот практически, ну здесь же вообще, да, нет цвета, это же голубой и чуть-чуть там розовастиком. Вот, и они ж крайне на вид простые, но это умение опытного мастера раздать акценты, ну и правильное пользование краской. Ну вот этот вот художник, конечно, ну просто
чудо как хорошее, особенно иллюстрировать нашу тему, где проблема, где, собственно, не проблема, а выражена идея света и тени. Ну, снег вообще хороший, наш друг, он с ним легко работать. Вот. Вы видите, тут пару мазочков, а целая картина, и действительно, сколько настроений и прочего. Ну и здесь тоже очень это все выражено, призрачно набраны теневые и плотно, густо уложен свет. Вот. И оно звучит. Есть же понятие звучит, не звучит. Оно может быть прорисовано, опять же, может быть идея фотореализма вырезана, но оно не будет звучать. А это звучит. Так же, как вообще безупречно звучит вот эта вот вещь, ее бы можно было бы перепутать с акварелью. Но это не акварель, это масло. Ну вот, скажем, как бы к ней можно, как предположительно писалась эта картина. Вот представим себе, что мы подглядываем за художником, стоим, подглядываем. Да. Только в данном случае мы еще будем иметь комментарии, как, что он делает. Ну, вот у меня тут в последнее время я навязываю ученикам идею положить сначала, ну, хоть сколько-то вещества краски. Часто люди бережно очень пользуются краской. То есть хочется, чтобы человек взял и метнул краску на холст. Ну, видите, кисть была в бою, немного имеет цвета. Но это не повод расстраиваться. Разбавитель? Да, это был чистый разбавитель. А как у него? Любой разбавитель для масляной живописи, кроме тройника. То есть вот для первого сеанса, причем зря, тройник не берите. И вот мы вещество краски можем, просто чтобы заставить себя, что нам иногда трудно сделать, заставить себя работать краской, а не пустой кистью. То есть не наштриховывать слишком малым количеством краски, а вот так сразу себя заставить. Поскольку мы видим, что картина в принципе разбеленная, да? Ну, много белого. Вот здесь нет белого, да? Вот это можно так не начинать. Но даже вот это уже феномен разбеленной картины. Это уже стоит начать, например, так же, просто чтобы заставить себя бросать. Вот здесь, может быть, белый не нужен вот в таком ключе, потому что достаточно глубокие темные места. А где картинка в принципе разбеленная, прямо возьмите и накидайте белил. Жидкости и белил. Ну просто чтобы заставить себя работать краской. Некоторые перебарщивают краской, но чаще, в 80% случаев, как раз не додают краски. Причем накидайте сразу за тем, как только вы бросили жидкость, иначе не будет как бы, иначе не будет слишком сухо ляжет. То есть она очень быстро испаряется, разбавитель, впитывается частично, и получается, что может не хватить скорости укладки белил, и вот это вот сметанное. Как только эта краска появилась, она уже держит эту влагу. Краска уже удерживает влагу. И вообще первый вклад в картину должен быть таким, как будто бы нас кто-то в спину гонит. Есть такие аккуратисты, которые все делают очень педантично, аккуратно, но заставляйте себя работать так, как будто вас кто-то в спину гонит. Потому что от этого эмоциональность картины, от этого легкость письма, от этого вообще движ. Просто так. Есть такие любовники рисования, которые могут стоять и рисовать медленно, чуть ли не от угла всю картину завоевывать холст. Это с этим надо бороться. А если не чистым разбавителем, а сразу сметанным таким жидким? Можно сначала сметану сделать здесь и бросить туда. То есть это... Но так мы очень эффективно делаем. То есть фактически у нас палитра в данный момент становится вот здесь. И мы быстро решили первую задачу. То есть от мысли, что вот мы сейчас это напишем, до начала работы пройдет очень мало времени. Потому что, конечно, даже набор
нас уже немножко усыпит. Рано или поздно мы устанем, и вместо того, чтобы успеть картину написать за сегодня, мы ее будем потом дописывать. И темп мы потеряем в самом начале. Еще один момент. Вот у многих возникают проблемы, вот мы только что как раз обсудили, что я дописываю до какого-то состояния, а дальше не могу сдвинуться с места, не знаю, куда двигаться. Легче всего двигаться в первом сеансе. То есть, если вы в первом сеансе дописались до максимума, то это хороший знак. Это значит, что вы практически имели возможность закончить работу. Работа должна всю дорогу писаться вся. Нельзя так, что вот я сегодня небо напишу, а завтра пристрою все остальное. Желательно, очень желательно писать сразу всю картину для того, чтобы на любом этапе у нас забрали холст и нам не стыдно ее показать. То есть вот, чтобы, если у нас ее вот сейчас хотят забрать, ну да, ну, пожалуйста. Она еще не написана, но эскизно она готова. То есть, ведь если бы мы делали, скажем, набросок человеческой фигуры, чтобы кому-то что-то объяснить, вот здесь будет человеческая фигура. То есть, вот, допустим, мы рисуем интерьер, там, делаем набросок интерьера, а чтобы показать какому-то человеку, которому мы хотели да, фигуру, чтобы хотя бы показать даже соразмерность предмета. А вот шкафы такой высоты, стол такой. Чтобы показать размер. Мы бы ее просто кинули, эту фигуру. Эскизно, совершенно наброского. Вот так совершенно наброского надо писать всю картину сразу. То есть не сидеть в одном месте, а другие не писать. То есть писать сразу всю. Ну и для того, чтобы набрать этот темп и сразу набрать, поскорее вторгнуться в идею картины, можно вот таким способом оказаться очень эффективным. Много людей теперь пользуются им. А я вижу, что вот на уроках это преудобный случай. Как только я вижу разбеленную картину, я сразу ставлю подробную задачу. Значит, кроме других инструментов, кроме инструмента кисть мастихин, у нас есть еще, конечно, палец. Ну, в данном случае палец не пригодится, а есть такой инструмент, как тряпка. Некоторые вещи очень вкусно делает тряпка. Опять же, вкусно, невкусно, это все должен быть лексикон вашего сознания. Есть звучит, не звучит, вкусно, невкусно, ну и, конечно, красиво, некрасиво. То есть можно было бы даже вот эту вот всю историю чуть-чуть, вот так вот, так же быстро распределить. Можно было бы вот эта небочка, которая еле-еле, то есть оно же акварелечка, правда? Ну, акварелечка. Это небочка. Взять белильца теперь. Взять голубильца. И почти моментально в эту влажную среду вогнать. Но там уже есть краска. Потому что если бы мы по сухому холсту бы это делали, то оно было бы слишком сухо. Тряпка начала бы кашлатиться и прочее. А так в эту масляную среду мы можем тряпкой очень быстро и сразу качественно распределяя краску, загнать вот эту растяжку от темненького к светлому. То есть вот идея небочка уже практически готова. Причем вполне вероятно, что вот ту розовость он даже не докладывал. Хотя, может быть, и доложил розовость. А розовость дал теплоту цвета, дали белила, положенные на холст. Они просто относительно голубого зарозовились. Хотя мы ничего розового туда еще не хватит. Но, может быть, и положил. Сделаем вид, что положил. Чуть-чуть розовенького, чуть-чуть беленького. Поскольку беленький у нас постановки, и можно немножечко подразумить. А краски на палитре вы тоже тряпочкой смешиваете, да? Что-то? Краски на палитре вы тоже тряпочкой смешиваете? Да, прямо вот сделал такую фигушку из тряпки и замешал.
Широкой кистью можно так, мягко. Но что происходит, когда мы укладываем кистью? Вообще, по возможности, избегайте кисти. Может быть, странно звучит? Вот. Кисть в вашем случае все время будет либо не докладывать краску, либо лишнюю класть. Чаще лишнюю класть. Класть нужно красочки столько, чтобы иметь возможность еще сверху ее чем-то уложить. Чаще мы сделали мазок, чаще мы замешали и положили столько краски, в вашем случае, положили столько краски, что сверху уже ничего не положили. Слишком много. Тряпка очень хорошо регулирует эти вещи. Палец очень хорошо регулирует эти вещи. Особенно, когда речь идет о портрете, о человеческой фигуре, хорошо регулирует палец. Но вот, в пейзаже можно делать такие приблизительности, акварельности. Вот, тут мне недавно тоже картинку кто-то показал. Ага. Вот. Тоже же акварельности, тоже белила, потом вот эти цветнила какие-то там разные, такие и всякие. Вот. И где-то пальцем даже можно, вот мы положили белила. Потом взяли пресловутые какие-то оттеночки, накидали, где-то, может быть, пальцем подыграли деревья. И они бледненькие, мятенькие сразу там формируются, и все становится вот приблизительно так. Ну а потом уже кидаем большую густоту и уточняем и большую густоту, и большую тональность. Здесь, на переднем плане, уже, конечно, будет работа с густой краской. Но вот сама тряпка очень хорошо регулирует количество краски. Ну, потому что она в себя эту краску забирает. То есть пока вот мы гоняли ее по холсту, она себя лишнее забрала. Но опять же, вот это и темп усиливает. То есть, конечно, кистью все это можно сделать. И когда мы смотрим на каких-то уроках, что вот кистью сделано. И думаем, ну вот мы сейчас тоже сделаем. Потом смотрим, чего так не получается. Ну потому что он мерочку взял. Он взял меру консистенции краски. И именно под ту задачу, которую он собирался сделать. А у нас консистенция еще плохо. Меру краски плохо. И мы вместо того, чтобы сделать... Мы начинаем бороться с этой краской на холсте. И расстраиваемся, что не получается то, что там. Вот один из способов, чтобы многие вещи проскочить без проблем, а заодно привыкнуть к определенному количеству краски на холсте. То есть, с одной стороны, мы себя заставили положить краску, не сухотерством заниматься по холсту, сухостью просто добиваться, упорным трудом и сухостью добиваться хоть какого-то результата, а легко, весело взять и закидать. Вот. Ну, даже вот эти теневые, вот этот силуэт гор и дальничек, тоже можно немножко сработать тряпочкой. А в какой момент мы понимаем, что тряпка не подойдет, там, скажем, для неба? Вот, а где вот эта грань, когда нет, вот эта тряпка нельзя, это только кисть? Вот где вот это вот определение, хотя бы какое чувство? Ну вот скажем, тоже, вот, тот же случай. Что, вот, где? Вот это можно было бы так же сделать. Сейчас найдем что-нибудь. Эту грань. Ну, скажем, вот это небо бессмысленно так делать. Здесь нужны крупным мастихинам, крупным мастихинам, крупным мастихинам, где-то оно тут тоже валяется, вот таким. Закидать влажные, вот, ну, облака, конечно, тряпка, тут, наверное, кисть, палец. Когда мы снимем. Ну, можно прятать, конечно, немножко. Ну, облаками это не порисуешь. Вот то, что распределяет. Вот то, что распределяет для прятки. А растворить тройник вы берете? Наоборот, не тройник. Только чисто разбавитель. Вот он как вода протек, тут же начал испаряться. Потому что тройник чем плох? Он слишком вязкий. В нем лак и масло. И они создают слишком вязкую среду, с которой трудно... Это да, тоже. Сохнет потом еще неделю. Нет, сохнет оно нормально. А масло, оно сохнет дольше. С маслом дольше сохнет. Можно немножко сюда, в этот разбавитель, чуть-чуть капнуть масло, чтобы мгновенно не испарялось, мгновенно не впитывалось.
и меньше воняло. То есть кому воняет? А масло в чистом виде, когда мы используем? Но капнуть вообще одну десятую. Пропорция 1/10. Ну, скажем, у нас с вами там скипидар или white spirit очищен, там 1/10 к этой влаге добавить масло. Чуть-чуть капнуть, чтобы оно связало его летучесть. А вы пользуетесь, добавляете лак, нет? Лак нужен был бы в качестве тройника. То есть, допустим, разбавитель, масло и лак. Пропорции там могут быть разные. Могут быть 1-1-1, могут быть лак, масло 1-1, а эти 2, то есть чтобы влажнее было. И, скажем, работа высохла, вы к ней хотите приступить. Прошло неделька или две, вы хотите приступить, а она сухонькая такая, противненькая. А теперь уже как-то ее развеселить, берешь этот тройничок. Опять же, 1-1-2, без разбавителя, чуть влажнее. Просто протер работу, может быть, даже чистой тряпкой, стер лишнее вещество. Она вся стала мокренькая. И вот в эту мокроту, мало что мы немножко приподнимаем разбавителем и лаком, мы немножко возбуждаем верхний слой краски и сцепление нового слоя в предыдущем станет более... Ну, сцепление появится, так оно немножко ляжет, а потом от нечаянного движения или там холст чуть-чуть согнулся, от него отлетел кусок, который краски, который прям такая латка может отлететь, краски нового слоя, потому что лег на какую-то припыленную сухую поверхность. Mm-hmm. Вот, и он сам себе засох, так он лежит, если его не тревожить. Mm-hmm. Так, ну вот допустим у нас там вдалеке линия гор. Вот уже немножко суховато стало, вот можно даже добавить влаги на холст, чтобы и тряпка увлажнилась. Вот, скажем, такие длинные вещи, длинные, которые требуют распределения, можно тоже тряпкой закидать. То есть вообще рекомендую подружиться с тряпкой, с мастихином особенно, конечно, с тряпкой и пальцем. Палец очень хорошо чувствует меры. Вот. Но единственное, что пальцем работаем не острием, а тоже как моделирующим. Но это больше для тела, для портрета. Вот кистью так почему зря не делаешь? Очень долго будешь делать, мучиться, и в итоге возьмешь какую-нибудь платную. Потом распределил, все лежит аккуратненько. Тем более женщины любят тряпкой пользоваться, да? Что мужчину что делать? Опыт общения с тряпкой. Учиться. Быть тут. Учитесь, будь такими художниками, как женщины. Это посуда найдет. Ничего страшного, это все способствует творчеству. Дальше пошли немножко, то есть это дальний планчик, он там голубой, он почти теряется в пространстве, то есть некоторым образом можно эту линию сбить и даже вот растворить ее в фоновом пятне. Пробуем. Там где-то вдалеке аж теряются границы. Вот. Может быть где-то здесь чуть-чуть линия разрывается и клубится. Вот это, кстати, называется касание. То есть, когда у нас касание бывает везде. Что-либо с фоновым пятном определенным образом. Это может быть тело, которое касается к фоновому пятну.
Это могут быть в данном случае горы, которые к фоновому пятну, цветы к фоновому пятну и так далее. Или там предмет по отношению к другому предмету. Есть понятие касания. Часто педагог заходит в аудиторию и говорит: так, проверь касание. Если тот смышленый, то он знает, о чем речь. А так, может быть, даже просто не знать. Хотя он это слово не раз слышал, это слово касание. Но он, и когда ему сказали: проверь касание, он не вполне понял, о чем речь. Так вот это вот и есть касание. Можете для себя, вот одно из фундаментальных вещей, записать. Проверь касание прямо себе. Сеня. Вася. Да. Береги руку. Сеня, проверь касание. Береги руку, Сеня. Вот вы заметили, наверное, что есть рисунки мастеров, где линия то напряглась, то ослабла. Почти вообще исчезла. Хотя как бы мысленно мы ее продолжаем. Снова появилась в другом месте, но она здесь началась, здесь исчезла, тут продолжилась. И это именно и есть касание, но в линейном рисунке. То есть проявление касаний в линейном рисунке. Фотографии этого практически нет. Хотя опытные, умные, художественно сориентированные фотографы знают эту фишку и тоже эксплуатируют. Непросвещенные фотографы не знают этого, поэтому фотография часто не художественная, в том числе из-за темы касания. Вот это вот касание. Вот запишите обязательно. Вот про консистенцию краски в тени и на свету, и идею касания. Прямо себе пометка, проверь касание. Часто яблочко нарисовал, да, вот яблочко на натюрморте нарисовал, и оно по отношению к фоновым пятнам одинаково вырезанное. То есть, как вырезанное? Оно одинаково напряжена, линия касания, везде одинаково напряжена. То есть, такое впечатление, что мы взяли бумажку и положили вырезанную бумажку с яблоком, и вырезанное прям положили на холст. Оно одинаково везде касается. Вот этого не должно быть. Оно где-то вот так смазывается. Это может быть и на свету, и в тени, это может быть везде. А где-то напряжена линия, да? Вот это называется касание. Хорошее дело. Друзья, а вы сейчас говорите, какой используете конкретно? Да. Он сохнет побыстрее, да? Он нет, сохнет не побыстрее. Если бы мы туда лака добавили, сохло бы побыстрее. Но было бы вязко. В общем-то, лак сам по себе может быть использован для каких-то работ. То есть лак или лак, а чаще лак разбавленный разбавителем, скипидаром или white spiritом, мог бы быть использован в качестве разжижающего вещества для того, чтобы быстро сохло. Действительно будет быстро сохло. Но вам я это делать не советую принципиально, по той причине, что у вас нет опытного рисунка. То есть ваши движения не точны, и вам придется их уточнять, а лак вам этого уже не даст. То есть начнется такая вязкость, что не связывайтесь с лаком, который вам не даст уточнять рисунок. А вам его придется постоянно уточнять. То есть лак, разбавленный лак, как разбавитель для живописи, хорош для человека, у которого точный рисунок. Если он здесь положил, то это там и останется. Вот. А дальше у нас начались всякие цветнотики. То есть вот как мешать цвет, это ж целая проблема. Ничего, это не проблема, это грязца. Это если мы видим, что здесь больше рыжести, добавляем желтенький и розовенький. Если мы видим, что здесь больше зелененького, желтенький, голубенький. Если мы видим фиолетовинку, розовенький, голубенький и белила. То есть очень важно иметь, конечно, скупую палитру, но я об этом в других местах говорил. Скупая палитра — это подразумевает, чтобы вы выучили взаимоотношения пяти цветов в палитре, не 15, а именно 5. И чтобы вы из них могли любой цвет подобрать. Тогда у вас, когда вы выучили это как отче наш, а дважды два легче выучить, чем корень из чего-нибудь, вот, то, конечно же,
с этим дважды два вы легко входите в математику этих смешений. А всякие нарядные цвета типа неаполитанских, вот, кстати, просто забудьте их. Почему? Неаполитанская, она как раз беленная, да? Да. Вам, допустим, нужен густой цвет. Густой цвет. Неаполитанской здесь делать нечего. Значит, вы одной краской сделаете вот здесь, а другой краской сделаете вот здесь. Они будут чужеродными. Синий, который будет в зеленом, у вас будет из одной, как бы, то есть писать цветовой. Через один цвет, да? Да, через один цвет. Если это голубой, он каркасом всей картины. Если это розовый, он каркасом ко всей картине. Потом в конце можно где-то поджечь чистым цветом. В случае неаполитанских это разбеленные цветики красивые, нарядные. Но в теле даже, вот, особенно в теле хочется подсунуть, да? Потому что мы прямо же лицо тонируем, да? И прямо, ну, как родная. Ну, просто телесные, да? Да, телесные. Откажитесь от неаполитанской, поскольку вы просто с ней не справитесь. Она не для вас. Она и опыт художников, думаете, есть неаполитанская, ну... У извращенцев опытных. Да? Ну, таких уже цветовиков, таких цветовиков, что... Нет, вот те, кто цветовики, да, вот вы можете иметь себе эти цветики, но для концовки. Когда вы точно знаете, что вот эта тональность и нарядность цвета вам нужна, и вы там добавили. Но для основной части работы, для 90% времени, которое вы проведете на картине, никаких неаполитанских не должно появляться. Даже если вы пишете тело, и казалось бы, да вот же этот цвет. Вам лучше, чтобы... Когда тело не имеет рефлексов с окружающей среды, это могут быть голубоватые, зеленоватые, сиреневатые, оно становится выкрашенным. И так же, как то яблоко, лежит как бы отдельно на фоновом пятне. Поэтому сначала, всегда старайтесь сначала бросить фоновое пятно, а потом, даже если вот лицо нужно ввязать в зеленое фоновое пятно, ну, вытерли лицо, то место, где лицо, в этом зеленом пятне вытерли и навязали, может быть, этим, может быть, другим инструментом, навязали рыженький. Но этот рыженький уже и вот здесь касается зеленого, и вот здесь касается, и здесь еще зеленый полностью недоистреблен. И этот рыженький приобретает холодные оттенки, то есть необходимые для того, чтобы быть частью этой окружающей среды. И он не выглядит выкрашенным. Очень часто многие из вас показывают портреты, которые они сделали дома, и там одна и та же проблема. Фоновое пятно все нарисовало сначала, все деликатно, все нарисовало. Видно, что даже где-то рисунок, где-то виднеется карандашник. Она закрасила отдельно фоновое, ну и он закрасила фоновое пятно и закрасила каким-то там оранжевеньким, рыженьким цветом все тело головы, шейки, там, плечи. Вот. И связки нет никакой. Раскрашено одно, раскрашено другое. Мало того, что когда мы так вот все сразу пишем, у нас и цвет тела потом мигает в фоновом пятне, и фоновое пятно мигает в цвете тела. И это нормальный процесс, все на все рефлексирует. Вот. А когда мы делаем отдельно раскрашиваем, то потом навязать вот этому рыжему пятну тела фоновые какие-то оттенки очень трудно. Их надо сразу заложить. Но это что касается этого, да, надо сказать. Вот. Значит, у нас дальше, вот по мере того, как что-то перекрывает что-то, сначала мы, конечно, делаем то, что сзади. А потом перекрываем по мере приближения. То есть это небо дает рефлексы всему, орошает рефлексами все. Поэтому сразу как факт того, что как то, что на все дает рефлексы, мы забрасываем чаще всего небо на весь холст. Даже если у нас там темное пятно, но у нас же небо, значит, весь холст завалить цветом неба, который дает рефлексию. Вы часто видели даже зеленые листья на просвет. Желтое, да, вот когда вот, там источник света,
там голубое небо. То есть источник света, я имею в виду солнце, и вокруг небо. Вот по отношению к солнцу лист желтенький прямо, такой зелень желтит травяно. А где-то листик вот так, и нет никакой желтости. От неба рефлекс холодный, то есть голубой рефлекс. И листик почти голубой, почти цвета неба, потому что небо — это солнце. Отдельно взятый листик, он голубой. Конечно, все вместе оно зеленое. Но внутри этого зеленого оттеночки вот этих вот рефлексов с разных сторон. А тут может быть предмет, там, дом рыжий стоит или не рыжий, красный. Красный предмет какой-то стоит. И этот красный дает рефлексы на эти зеленые листья, где-то в них отражается этот красный предмет. Поэтому самая элементарная зелень, конечно, она зеленая, но когда мы начинаем расследовать, и художники это очень красноречиво показывают, что у них зеленые самые разные, то поэтому небом закрасили все, а потом в эту среду вгоняем. Так же, как там небо, здесь закрасили все коричнево-красным, да? И в эту среду загоняем. Здесь у нас небо фиолетовит. Все набрали фиолетовым, а потом в этот фиолетовый вгоняем. Почему здесь зеленый, не зеленый? Он же зеленый кое-где. Почему он не зеленый? Потому что он набрал фиолетовое небо и вогнал в него уже. Когда он начал вгонять зеленый, он увидел, ага, нет. Не работает, нечестно. Не несмотря на то, что он уже смешивал зеленый с окружающей средой. А когда. А если бы он просто раскрасил это фиолетовым, а это зелень же, она зеленая, представляете, какая дикость была бы цветовая. Попробуй их потом соедини. Поэтому все в рамках вот этого фиолетовых рефлексов. Все чуть-чуть фиолетовит, в том числе и зеленый. Экспрессионист вот. Мог бы нарисовать это красное, это зеленое. Нет, ну мы знаем, там у Матисса бывают очень откровенные цвета, стыд прямо. Ну, это эксперименты живописные. Если вы хотите общую культуру. Так часто рисуют. Да, если речь идет об общей культуре в живописи, то это вот так. Ну, это понятно. Если идет о экспериментах, то, конечно, можно пробовать и так, и сяк, и брякать. Вот. Но общая культура, она все-таки опирается на рефлексы. Хотя вот сейчас много такой живописи, которая встык, выкрашена, раскрашена. Это некрасиво. И очень часто и очень удачно. Это определенный стиль считается. Ну вот опять же, Матисс это один из... Ну ладно, давайте к теням ближе, да. Мы до них не доберемся. Вот, дальше у нас чуть-чуть с розовиночкой, чуть-чуть с грязниночкой. Какой это цвет? Это сложный цвет, это отчасти уже почти грязца. То есть за ней голубоватые горы вдалеке, и может быть даже моречка там предположительно. А этот грязноватый цвет. Вот, чтобы его найти, то есть, конечно же, это цвет неба в первую очередь. А синий, который у вас ультрамаринчик? В данном случае ультрамарин. Хотя здесь я положил голубой ФЦ. Но поскольку я подбираюсь к теням, значит тени очень любят быть сиреневатыми. Или это ультрамариновыми. Вот эти тени это ультрамарин. А здесь так и вовсе царствует ультрамарин. То есть что сделал художник? Он взял голубыми, сделал весь рисунок. И вам тоже можно вот для пейзажной живописи могу посоветовать. Ведь некоторая бывает необходима некоторая точность в рисунке. Ну, скажем, здесь, да, вот в этой картине есть какие-то претензии на точность рисунка. Здесь не очень значительные претензии, но даже и там не очень значительные претензии к точности рисунка. Можно набирать вот так. Белый и, допустим, ультрамарин. Белый и голубая в конце. Ну или другие голубые, кобальт или какие вы будете использовать. То есть что произойдет? То есть вы найдете тональный рисунок цветом, так как если бы у вас был бы черно-белый карандаш, вы бы делали бы черно-белый рисунок
штриховали бы, уточняли бы на листе. Также вы на холсте можете поступить, как черно-белым рисунком поступить одно из голубых. Особенно, когда речь идет о пейзаже, потому что там у нас все голубое. Вернее, все подвержено голубому небу. Ну, конечно, что бывает не голубое небо, а если вот такое молоко, как сейчас, то, конечно, не обязательно использовать голубой. Можно взять какой-нибудь сложноватый оттеночек, там, голубой, розовенький, коричневенький, и будет и им сделать тональный рисунок. Ну, в общем-то, когда вот зима, когда всюду снег, когда молоко небо, там, собственно, о цвете и речи не идет практически. Поэтому, ну, вот какие-то там цветики. Но когда речь идет о голубом небе, можно все сделать синим или голубым рисунком всей степени темности. У него же перед глазами был зеленый, да? Он делал эскизно. Не потому, что он так видит. Просто технология письма в его случае. Ему нужно было всю тенистую часть картины сделать одним синим, чтобы если он где-то не попал, совершил неточность, ему, допустим, нужно было бы потом передвинуть это дерево или вообще вот загнать его туда в угол. И вот здесь ему нужно было бы потом уточнять, чтобы если он ошибся в рисунке, вот положил он здесь зеленый, но ошибся, ему теперь надо передвинуть, чтобы вытереть этот зеленый и положить здесь снова белость, да, вот эта вот белость неба, ему пришлось бы затереть тряпкой до упора и деликатно подкрасить, не касаясь зеленого, иначе небо было бы уже грязное. А так, не нравится ему, что здесь вот эта линия проходит, или вот здесь вот эта. Он чуть-чуть подстер тряпкой и белилами навязал то, что ему надо. То есть у него только два цвета было бы, он ничего бы не пачкал в картине. Поэтому вот это очень рекомендую вот такой способ набора пейзажа. Почему он у него так и остался синеньким? Это опять же, вот я говорю, что очень важно, но это все художники говорят, потому что я говорю. Все художники говорят о том, что картина должна быть на каждом этапе такая, что хоть сейчас отнимаю тебя, она в хорошем состоянии. То есть набросковый характер укладки краски. Написание идем от общего к частному. Вы видите, частности здесь вообще практически не прописаны. Только такие полузвуки, полунамеки. То есть человек сделал эскизный, просто набросок сделал. Допустим, опять же, накидал белил, сделал набросок синилами и только начал раздавать цветнило. Начал раздавать, смотрит уже красиво. Все, поставил точку. Не стал дописывать. Не стал делать дерево зеленым. Ствол делать там серебристо-розовым. Это ход. Это очень хороший ход. Если можно крупный план дать, то это надо обязательно увидеть. Ну, ты же уже это делал. Это вот эскизное отношение к пейзажу на улице, поскольку речь идет сегодня о свете и тени, и о пейзаже, то это самый красноречивый пример того, как стоит поступить, набирая картину на холст. Конечно, перед вами, допустим, фотография, не черно-белая, нет. Но, допустим, у вас черно-белая фотография. А если даже перед вами цветная фотография? Ну, конечно, на фотографии вот такой синьки не будет, правда? Особенно, если вы видите, вышли на пленэр. Там синьки вообще не будет. То есть, если фотография еще может усилить синьку, то на пленэре у вас будет серенькое и варианты серенького. Конечно, когда солнечный день, бывает и даже вот такая синька в тенях. Но это тоже все равно преувеличенная синька. И перед вами, допустим, фотография, черно-белая, вам нужно ее уцветить. А вы знаете, что вы можете пойти вот таким ходом. А вы знаете, что тени – это рефлексы синего
это рефлексия синего неба на землю. Солнце сделало, осветило рыжим, разбелом рыжего световые, а теневые остались с рефлексами синего неба. Поэтому, имея, допустим, даже черно-белую фотографию, вы можете сделать картину в цвете, просто весь рисунок, весь тональный, темность, все темности рисунка и светлости набрать через синий, а потом немножко вогнать цветовых настроений, предполагая, что свет разбело-оранжевого, а ну, и цвета могут быть какие-то варианты цвета. Там и розовые, и зелененькие, и сероватые. Вот. Но и в тени можно было бы нагонять цвета уже, но в рамках синего. То есть, когда мы набрали эти рамки, мы в эти рамки можем вгонять цветовые варианты, а синий уже будет настаивать на своем. То есть он будет настаивать на солнечном дне. Особенно, когда речь идет именно о солнечном дне. Поскольку мы сейчас вот обсуждаем идею свет и тень в пейзаже, то подразумеваем солнечный день. То есть, когда молочный день, вот так сейчас или летом бывают эти молочные какие-то дни, когда какая-то пелена, там все чуть-чуть иначе. Ну и там, вот, когда яркие дни начинаются, ну и там тоже эта голубизна неба немножко присутствует. Поэтому через синий можно начинать тональный рисунок, эскизный рисунок будущей картины. Значит, мы, чтобы сделать все благоразумно, опытно и ну, умно сделать, мы бросаем вещество краски на холст, то есть в данном случае белило, кладем цвет неба, да, какой-то там растяжку от темного наверху к светлому, к линии горизонта. Вы знаете, что у линии горизонта небо чуть светлее. Вот. Сделали эту растяжку, а дальше весь тоновой рисунок, горы, домики, зелень и прочее, все делаем через ультрамарин или, кто любит, другие цветики, кобальт. Ну вот небесно-голубые, например, какие-нибудь, они слишком светлые, чтобы ими давать. Поэтому берем темный цвет и делаем вот, вот такого рода рисунок. Я не знаю, насколько это понятно, я видел несколько зевающих человек, но я знаю, что я вас выручу, если вы сделаете, поступите так. Потом трудно будет синего выходить в зелень, если я захочу. Ну вот смотри, несколько зеленых мазков, несколько зеленых мазков сделали цветным целое пятно. Ну положил бы он здесь несколько зеленых пятен. Обязательно на синий, да? Да, он прямо ну, внутрь этого синего, он бы вогнал бы, ну, может быть, штриховать, или, скорее всего, штриховать. Якобы, что там синева такая насыщенная. Синева подразумевает, что это тень. А внутри тени есть зеленца. И мы, вкладывая зеленцу, это опять же, вот, опять же. Ну нет же, но это же не зеленое. Хотя это же зеленая трава. Оно должно быть зеленым. И оно такое не потому, что трава не зеленая, а потому что вот эти рефлексы фиолетового в небе, вот эти закатные рефлексы, они зелень сделали с насыщенным фиолетовым цветом. Просто вот здесь это более выражено. Игорь, а чтобы солнце увеличить вот, ярче, через оранжевый уходить? Белизна, и к ней немножечко оранжевизны. Прям яркость. Да. То есть мощно, много белого. Ну, мы сейчас это увидим вот здесь. То есть много белого, и к ней немножко оранжевизны. Просто иногда делают еще более откровенный оранжевый разбел. То есть в пользу оранжевого, а не в пользу белого. Но обычно все-таки это вот примерно вот так в окружающей среде. Так, и вот этот пресловутый грязноватый цветик. Грязноватый цветик, сиреневатый. Рекомендую, можете даже себе где-нибудь пометить, розовый, голубой в разбеле, то есть это будет
сиреневость, фиолетовость, розовый, голубой в разбеле. Розовый плюс голубой. Да. Ну, может быть, в пользу розового, в пользу голубого. С белилами. То есть это может быть в пользу розового или в пользу голубого будут разные оттенки. Опять же, в пользу белого будут тоже разные оттенки. Вот к этому замесу добавьте коричневый. У вас будет очень благородный цвет. Это уже будет цвет из трех цветов, плюс белила, да? И при этом он будет очень благородным. Часто вот именно этот цвет не могут найти ученики. Всякие варианты зеленого находят. Он чаще встречается, зеленый, поэтому зеленым более-менее мы ориентируемся. И довольно быстро будем ориентироваться. А есть вот такой сложный цвет, с которым иногда трудно, который трудно найти. Вот он же. Особенно с вашим климатом. Ваш друг. Ну а без разбила это просто черный получается, по сути. А, нет, он спаленистый такой, чернявый. Когда мы его используем. Черный без, можно заместить. Без белил, да. Вот эти, да, как вариант черного. Ну или как вариант черного, да. Без если разбила. Без разбила, то вариации чернявости. Вот ими сиену. Вот, я не знаю, я понимаю, что можно иметь много всяких цветов. Вот я проповедую, пропагандирую Марс коричневый, темный, прозрачный. Очень много коричневых холодных. Сиены слишком теплые. А этот, ну вот он хороший. Он и на том стуле сидит, и на том, и на холодном, и на горячем стуле сидит. Поэтому дружите с ним. Значит, мы взяли голубенький, взяли розовенький. Получили вот этот фиолетовый. То есть мы пока еще не сделали нужный цвет. То есть мы сейчас, просто чтобы увидеть, что мы сделали, мы получили фиолетовый. Вы видите, что я работаю лежачей кистью. Кисть лежит на холсте. Для тех, кто еще по какой-то причине не знаком с этой штукой, что это важно, знакомьтесь. 90% профессиональных художников работают лежачей кистью. Кисть лежит на холсте. Не торчком кисть заходит в холст, не вот так делает. 90% работают лежачие. Во-первых, маневренность колоссальная. Во-вторых, есть некая вальяжность письма. В-третьих, все, наверное, два. Только так и все. Третье, это со стороны еще. Просто красиво. Нет, третье красиво. Что укладывается красками. Да, краску можно в данном случае сбросить с одной стороны кисти, с другой, бочком пройтись. Все-таки так мы... нас штырит. Вот. Значит, это мы взяли, сделали некий фиолетовый. Мы еще не положили наш коричневый, который сделает его благородным. Теперь добавляем этот же коричневый, марс-коричневый. Вот. И у нас более сложный цвет. Смотрим, ага, розовиночки теперь еще не хватает, поэтому уже более сложный цвет и очень благородный оттеночек, который, я еще раз обращу ваше внимание, очень плохо находят ученики. Поэтому надо просто записать, что если вы не можете найти вкусный цвет, скорее всего, это он. Потому что с зелеными разбираются легко. То есть, опять же, вариации. Вот я посмотрел, добавил коричневого, ага, не хватает розовиночки, добавил розовиночки. И все, и у нас вот это дымочное состояние. Ну, здесь еще, наверное, белил не хватает, то есть она все-таки поразбеленнее. Ну, можно добавить белил.
Вот. И эта же синичка переходит сюда. Я чтобы долго не сопротивлялась. Ну понятно, что я бы, если бы я сам это делал, то все было бы уже давно сделано. Но нет, я к тому, что для того, чтобы она не сопротивлялась, я просто добавлю влаги и дам даже вот некоторую акварельность этому куску. Ну вот зеленый подлез из. Это тоже не проблема. Это не значит, что вы вот вы писали, и вдруг нарушился покой на холсте. Такой обычный испуг. Красиво, тут мой зеленый. Незваный гость. Да. Ну что, на периферии, там у нас и так зеленый. Ну, вылез зеленый. Ну, если бы он вылез здесь, ну подтер бы я его тряпочкой и забил бы. Вот уже на пачку. И забил бы белыми. Ну потому что там кто-то писал. Вы же писали дома у вас все это так же, в таком состоянии. Ну, можно тряпкой укрыть, конечно, можно тряпкой укрыть, и потом положить, поставить сверху. Ну, да, опять же, это не повод 10 минут потратить на этот кусок, очистить его, забыть про главное. Это не повод. А часто именно так и делают. Значит, опять те же цветики, только здесь и в виде такой влаги. В наше время художники даже любят оставлять вот эти вот потеки. Прямо нарочито любят оставлять потеки. Это хороший, это такой шик в современной живописи, когда она, ну, такая уже набросковая. Но это здесь часто бывает очень красиво. Поскольку у нас здесь более равномерно все уложено. То есть более равномерно. Тут что-то зеленое. Вот, более равномерно все уложено. То я сейчас не буду оставлять эти потеки, а просто намекаю вам, что это можно оставлять. И только потом уже укладывать все подробности. Можно, например, вот так вот мастихином даже подраспределить эту всю историю. И чуть-чуть уточнить рисунок. И прямо вот эту влагу использовать для того, чтобы уточнить рисунок. Мы видим, там где-то у нас рыжести. Я взял белила желтенький, розовенький. Наверное, еще и коричневенького. Это вкусно? Да. Вот это сопля. Вкусненькая? Тоже. Тоже. Нечаянно же произошла, да? Надо научиться их замечать. Иногда художник вот оставил, он ради этой сопли не стал уточнять крышу. Ну, вкусненько. Вы видите, что, например, мастихином можно еще более усилить акварельный мотив. Намеки на домики, да? Uh-huh. Нечаянно произошли. У мастера все нечаянно. Но сам подход, сам технологический подход, он рождает вот эти вот нечаянности. Мы же часто что? Мы смотрим у художника какая-то вкуснятина. Мы же не знаем, как он ее сделал. Мы пытаемся другим инструментом сделать эту вкуснятину. Не идет. И должно получиться. Там внизу где-то зеленца. То есть мы просто попробовали другой инструмент, и вдруг обнаружили, что вот те эффекты, которые я видел и не понимал, как же он их сделал. Потому что кистью это практически невозможно сделать. То есть срисовать кистью этот эффект можно, там под штрихом, там. Но он не будет вкусным, он просто будет такое сухотерное повторение. Неживой. Но, как вы знаете, вот эти вот портреты сухой кистью на набережной делают.
Они же классные, иногда такой техники достигают. Но никогда это не равно портрету густой краской в масле при такой же технике. У них же техника там идеально отточена. Этот же технарь маслом на холсте делает с шиком, но эти, как правило, уже теряют. Да. А другой, который с таким же качеством рисунка, он делает с шиком, и это не равно настолько, оно даже в ценах не равно. Одно стоит 10 тысяч долларов, другое никогда не выйдет за пределы 300-500. Вот, здесь какие-то зеленочки. И все поверненько, все нежненько, и пока красочка жиденькая. Здесь какое-то деревце. Очень хороший прием. Плашмя мастихином подтирать в эту влагу всякие цветовые. Я для того, чтобы камера видела, чтобы вы видели, немножко ограничен в маневре, но тем не менее. То есть, смотрите, я не кисти сейчас подбираю краску, а продолжаю вгонять ее мастихином, чтобы вот этот акварельный характер сохранить. Чтобы все было очень приблизительно. Там звучит зелененький, там звучит рыженький. Просто пересчет пятен и акварельный характер укладки. В масле это тоже очень сильно звучит. Только в масле это еще больше звучит, чем в акварели. Акварель ограничена, у нее нет густой краски. А мы сейчас же еще и с густой поиграем. Вариации зеленого – это голубой-желтый плюс коричневый, ну и, конечно же, плюс белило. Будет полно оттенков, которыми можно работать с зелеными в полную силу. Цветно? Угу. То есть вот это пятно почти уравновесило весь голубой в картине, правда? Угу. Ну, еще не совсем уравновесило, но почти уравновесило. Почти уравновесило нецветность всей картины. Так, ну вы немножко сейчас... мне уже, по-моему, курить надо. Вы сейчас, может быть, подойдите, посмотрите, полистайте в этом контексте уже картинки, которые принес. Ну вот я сейчас немножко доуточню какие-то вещи здесь. Двигаться дальше. Я, кстати, никогда не ставлю там. Thank you.
Кстати, вот о использовании фотографий. Вот если у вас, допустим, красивые пейзажики произошли, вы где-то были, фотографировали, и у вас очень красивые получились пейзажи, но они слишком фотографичны, правда? Да. А вы бы хотели с них что-то написать. И подготовку к написанию картины вы могли бы осуществить прямо по фотографии. Вот, может, сейчас я что-нибудь такое найду. Допустим, вы были в Ялте и нафотографировали вот таких домиков, освещенных солнцем, с теневыми. Но у вас слишком много подробностей. Да? Или как вот тот, который я все время навязывал вам. Много синего было, да? Много подробностей. Взяли ультрамаринчик и все теневые, небольшой кисточкой, наполнили теневые. Там они серенькие или никакие, а вы наполнили синькой. Потому что прямо по фотографии прекрасно пишется краской. Мало того, вы положили мазок, можно его растереть. Вы видите, характер меняется, да? Картинки. Зелененький, положим, зелененький. То есть вот мы хотели бы увидеть то же самое, но зелененький. Прямо по фотографии можно прекрасно рисовать. И также прекрасно стирать потом. То есть все, что нас недоустроило, можно стереть, будто вовсе не бывало. То есть я задотру и увидите, что. И это потом использовать как эскиз для работы. Как эскиз для работы, да. Потому что здесь вы будете этот пояс производить крупных пятен с трудов, и вам нужно будет потом переписывать для того, чтобы... А тут вы элементарно произвели поиск прямо по фотографии. Особенно, когда речь идет, допустим, об обнаженной фигуре, да, кто увлекается ним. Там фоновое пятно устроили. Саму фигурку немножко пообобщали. То есть в ней слишком много там всего, а вы ее немножко обобщили, немножко в туман загнали. Очень удобная штука. И с нее очень просто стирается. И очень хорошо краска распределяется. Если надо кисточкой там чуть-чуть каких-то нюансов. Можно, например, вот я здесь белый не докрасил, если бы я сам, ну, если бы я перед собой эту задачу ставил, то я бы, конечно, здесь бы тоже чуть-чуть припачкал, причем заливочкой. Вот помните, как заливочкой типа, чтобы оно, может быть, даже где-то потекло и застыло. То есть оно спустя 20 минут, пока я поковырялся вот здесь, здесь все застыло, и я бы сверху на это застыло, потому что все-таки некоторая темнота есть, да, вот. Это не откровенно белый, откровенно белый только вот сам. В этом пограничном состоянии, а здесь слегка темнотики. Поэтому, поскольку я их своевременно не уложу, я все-таки припачкаю. Но все-таки по центру вот это непонятно, что это тут на поле дерева. Ну там кустик на фотографии. Сейчас будет кустик. То есть я его все-таки чуть-чуть припачкаю, чтобы оно не было откровенно белым, и я мог
белый уложить плотно. То есть я не буду класть белый на белый, а белый положу немножко на припачканный, чтобы он все-таки звучал. Особенно потому, что мне этот звук нужен вот, вот здесь. Вот здесь нужен мне этот контраст. Так, и мне нужно сейчас много людей. Сейчас их. А вот тут остались. Вот большой бюджет. Белила, конечно, можно уложить и кистью. Вполне можно уложить кистью. Вот так густо укладывая краску, буквально густо. Будут даже какие-то фактуры выгодные. То есть, опять же, кисть лежит. То есть это не вот такая мазня. Вы видите, я даже сухо укладываю. Сухо берут без разжижения. То есть можно это сделать кистью вполне. То есть когда кисть? Да вот, например. Можно, поскольку площадка достаточно ровная, можно уложить это все мастихино. И вот уже белила ложатся очень плотно, густо. То есть вот эти светлые освещенные места, чуть-чуть с рыженьким, поскольку солнце. Буквально нашпатлевываю краску на вот этот освещенный кусок. Сознательно не делаю очень ровным его, чтобы в нем некоторая мятость была. Ведь тут какая-то земелька, и она, даже если это асфальт или... Но все-таки здесь не должно быть прямо такой откровенной ровности, полированности поверхности. И вот они с некоторой мятостью, хороший свет. И уточняю рисуночек. Собственно, вот с таким рисунком может справиться даже ребенок. Здесь не нужно 7 пядей во лбу иметь, чтобы справиться с этим, с этой задачей. Вот, допустим, там у меня уже красочка подсохла, мастихину не поддалась, как поддавалась здесь. Возвращаемся к еще одному инструменту. Можно вот так. Какой-то каркас рисунка у нас есть. Темного. Ну вот ту соплю, которую я здесь хотел беречь, я уже уничтожил. Ну, можно было бы и беречь. Еще кусочек света вот здесь вырвался. И он тоже густой. Все вокруг акварельное, размытенькое, а свет лег густой-густой. Вы видите, как формируется прямо на глазах рисунок. По крыше немножко светик. С той стороны крыши. То есть не с этой. Густотой краски рябушку этих черепичек. Прямо начвяканный какой-то вот мазочечек. Можно потом эти чвяковки чуть-чуть взбить. Она чуть светлее, чем ситуация в тени. На нее падает косой свет. Собственно, то, что я сейчас делаю, это просто для того, чтобы закончить картину, ну, чтобы вы видели, потому что это вещи уже очевидные, здесь чудес нет, кроме того, что это густота краски.
Вот. И весь дальнейший рисунок этого просто надо довести, доперечислить пятна рисунка. То есть где-то крыша одна, где-то крыша другая. В процессе работы очень часто меняется композиция в силу того, что художник совершил некоторую неточность, которая никак не оскорбительна для общей картины. Вот. Пейзаж позволяет это не портрет местности. Опять освещенный кусок уже на вертикалике. Краска настолько пластична, что очень легко ее передвигать. То есть мне нужно прогнать те светлости, которые не так легли, как мне хотелось. Я взял отсюда другое пятно и подвинул. Несмотря на то, что я навязываю идею работать поменьше кистью, но без кисти все равно в некоторых вещах не обойтись. Эти вещи, конечно, это мелкий рисуночек на картине, которая требует кисти. Вы видите характер держания кисти. Я опять лежащей кистью работаю. Вот эти бледности, маловыразительности, намеки на окна. То есть есть вещи, которые настолько легко рисовать, что они, я не умею рисовать. А что там уметь? Окно поставить. Раз, раз. То есть есть вещи настолько легкие. Просто одно дело вырисовать чертеж окна, крупный план, на нас смотрит стена дома, у нее прорисовано окно, или его нельзя не прорисовать, потому что оно единственное ценное, что в этой картине есть. И мы, конечно, начинаем сталкиваться с ровными линиями, и у нас начинаются проблемы. Слишком точный рисунок. Убегайте от слишком точного рисунка. Но во всякие неточности. Тем более, что вот это как раз гораздо вкуснее, чем тупой чертеж местности. Где-то там лесеночка. Вернее, не лесеночка, а перилица. Там. Иногда же говорят, я не умею ровные линии. Да не надо ровные, пусть они будут вот такие какие-то. Да. Но вообще ровную линию, конечно, удобно провести жестом руки. Не проводить вот так. Или отсюда, или еще как-нибудь зайти, провести ровную линию. Жест руки. Очень удобно ровные линии рисовать. Поставили на холст. Кисть как бы немножко под собственным весом. И мы просто тянем кисточку вниз. Тянем. Или вытягиваем снизу. Но тоже она лежит вдоль холста. И мы просто ее тянем. А особенно, когда нам нужны какие-нибудь деревца. Ну, деревья как бывают. Ну, вы, наверное, может быть, там еще какие-то видеоуроки видели. Деревья прямо вытягиваем. Ну, берем и вот такими рваными движениями вытягиваем деревца. Веточки, веточки, веточки. Раз уж такая пьянка, пусть здесь тогда растет дерево. То есть вот лежит кисть на холсте, и даже где-то мерцательный характер, где-то светик подобрался по пути, то есть, который может быть вполне светом на деревце, вот тем светом, который падает с той стороны сюда. Вот так же. И линейки. Можно положить кисточку сюда и затянуть веточку туда. Рванное. Рванное движение жестом руки. Ну или ровная линия жестом руки. Жестом. Жестом руки легче. Мало того, если у вас в картине есть возможность осуществить жест, поступок совершить, надо его обязательно воспользоваться. Поступок удобнее совершить, ну,
Дерево – это уже будет поступок, потому что вы покажете технику письма, что вы умеете легким движением добиться результата. Не скрупулезным вырисовыванием каждой подробности у деревца, а выдачей характера, но правильным движением, правильным жестом. То есть это тоже имейте в виду, полезная вещь. Как только у вас есть возможность картине совершить поступок, не отказывайте себе в этом. Мало того, что вас будут уважать коллеги по цеху, наши друзья художники. Ты меня уважаешь? Да. Художник, художник. Какой-то. Аля, ешь? Но оно темнее, чем ближний экран, получается. Ну, там еле-еле видно, но я чуть-чуть его, показал. То есть оно там еще бледнее. Почему? Вот дальше. На створике. Чуть-чуть. Светика подсунуть. Чуть-чуть. Тенечку. Тенечка, вот тоже маленький момент. Особенно звучит тенечка возле предмета, когда он только начал движение от предмета. А дальше начинает рассеиваться, потому что рефлексы со всех сторон ее топят. А вот возле самого предметика тенечка обострена. Ну это так, на будущее тоже имейте в виду. Также обострена она и вот здесь показано это обострение. Ну, рассуждаю, да, это понятно почему. То есть вот эта упавшая тень от вот этой линии, а это торчание тени от этой линии. Ну так, мысленно расследовали, что там к чему, откуда здесь этот излом. Обострили тень у истока. А здесь она начинает пропадать. Ну вот еще одно место для поступка, это вот эти перила. Было бы чуть влажнее, было бы лучше, потому что там уже красочка немножко стала, темп в работе потерян. Вот. Поэтому чуть-чуть суховато вот с этой рыхлостью укладывается краска. Можно в таких случаях чуть поджижать дополнительно, чтобы все-таки не рыхлостью, но влажной кисточкой чуть труднее работать. И вы видите, практически как деревья уложена идея этих створиков. Ну, может быть, на этом этапе можно зайти перпендикулярно, облокотившись, просто понатыкать каких-то мелочей. Но тоже стараемся уходить от одинакового ритма, то есть где-то чуть выразительнее, где-то чуть слабее, чтобы минимум одинаковости. Может быть, даже где-то взять. Не стало же хуже, да? А при этом обобщеннее, уже не так кричат эти, это заборище, этот. Какой-то свет упал на какие-то площадочки. То есть некоторая импровизация происходит. То есть я где-то подглядел там светик, ага. И мне уже не важно, я уже сюда смотрю, где у меня мог бы звякнуть этот свет. Может быть, по перилам чуть-чуть свет. Может быть, на кривости дома и здесь чуть-чуть мигнул стенка.
изломано, ну вот, допустим, и там кусочек света. Ну, здесь уже все неинтересно. То есть это уже как бы мы все можем, просто перечисляя предметы и сами подобные вещи делать. А там что-то у него домик торчит, а он кинечку практически забыл положить сюда. Ну, поправим его, немножко кинечку усилим. Но опять же, забыл, но это никак не сказывается на общей красивости работы. То есть не обязательно все пунктуально перечислить. Если вы, допустим, на природе и пытаетесь рисовать с натурой. Ну, какой-то хламничек, в нем что-то можно угадать, что-то не угадать. Но, в общем-то, особого чертежа нет. Там этого нет, но у меня пространство потребовало каких-то, может быть, допустим, деревца. Ну вот. Теперь у нас там кущи симпатичные. Данечка махрится, теряется. Это в касании, да? Да, да. Туман такой. Ну, что-то туда уползло. Более рваный характер мазочечков вот здесь. То есть касание такое битиеватое, поскольку деревце. Может и самому деревцу чуть-чуть густоты краски подсунуть. Кустяк какой-то. Чтобы точно люди не сомневались, что дерево, можно протянуть небольшой стволичек. И опять же, никто всерьез этим деревцем, да, или там кустиком не занимался. Ну вот что-то такое. Хотя бы на переднем плане. Вот у нас акцент. Вот у нас акцент. Вот у нас красота. Здесь так, чуть-чуть. Там горный воздух свежий. Скажем, лежачей кистью, лежачей, чуть-чуть каких-то цветовых полузвуков. Опять же, если бы мы так, то это был бы очень конкретный мазок. А вот так рыхлядь какая-то. Вообще не поймешь, что. Что? Мигает. Какие-то, может быть, камни. Мигают. Ну, сам зритель разберется. Кому камни, кому еще что-то. Ну, это ж не актуальное пятно. Вот. Здесь мы устроили красоту. А здесь мы просто чуть-чуть баловнулись. Туалет, наверное.
Может, Майк будет. А вот стены для дома уже все? Считается, что это море? Стены для дома, еще тут будет еще? Да, в принципе, это море было бы и все. Да? Вот можно эту часть дома еще обозначить. Дом на берегу озера или это земля какая-то? Где? Это снег. Это снег. Смотрите, сколько каждый может найти себе. Земля, освещенная солнцем. Насколько я понимаю, это возвышенность над горой. Земля. На холме высоком, впереди горы. Вот. Здесь, на этой возвышенности, никакого снега. Это освещенное солнцем место. Видите, а кому-то снег. Тоже. А мы думали, это ранее весна. С ощущением марта какого-то такого. Знаешь, ну есть ощущение марта, потому что голые деревья, да? Да? Нет, вот снег летает. А тут уже травку прорезает. Это солнцем освещенное. Это солнце освещенное, да? Ну опять же, вот кому нравится, чтоб снег. Нет, пусть будет снег. Нет, то, что светло, однозначно, солнечный день. Но вы что-нибудь подчеркнули бы на этом месте, чтобы определенно дать свою тему, вот в эту белизну, как бы вы сейчас немножко догадались? Ну, мы могли бы сделать более рыжим это пятно, и сомнения людей в снеге бы... Снега не было, да? Не было, да. А в листве есть ли деревья? А? Листики. Ну какие-то снег, какие снег, снег там, у нас не снег. Уже какие-то ранние проявления уже начались, а здесь, допустим, еще не начались. Хотя можно было несколько мазочечков дать, вот такого цветика, чуть-чуть. Ну опять же, вот то, что даже разногласия по поводу того, что изображено. Ну хорошо. Вот от этого не надо впадать сразу в панику, люди не поняли. А как картина называется? Зима, весна, лето. Ну, явно не осень так, в общем. А так. Вот в перерывах возникали какие-то вопросы, и достаточно интересные формировались ответы, на мой, мне показалось, что я был в ударе. Поэтому, может быть, какие-то действительно комментарии того, что происходило, или какие-то вопросы, которые уже больные вопросы, которые возникли, когда вы писали картину, может быть, вы их сейчас озвучите, и мы немножко еще... Потому что здесь как бы уже больше... Ну, последний вопрос, первый как раз, ощущение того, что если бы я дома рисовал картину, мне показалось бы, что я... Куча всего тут не нарисовал, а сейчас я смотрю, что в принципе, ну, можно считать закончено. А дом бы начал влезать во что-то и, может быть, испортил бы. Ставил бы окна. А вот где, вот, опять же, вот эта грань понимания, да, что сейчас стоп. Вот это, то, иногда то... стоит работу сфотографировать в какой-то момент, сфотографировать и посмотреть. Она сразу уменьшилась. И посмотреть. А, что там? Как она звучит? Новым взглядом, потому что тот взгляд, когда ты знаешь проблемы каждого квадратного сантиметра. Ведь очень часто, я же что делаю? Человек пишет картину, ну это тайна моего уже бизнеса. Вот, пишет картину, я понимаю, он уже от нее устал страшно. Он ее не видит, ее красивой не видит. У всех соседей красиво, у меня еще нет. Вот. Я в конце беру картину, переставляю в другое место. Он на нее посмотрел новыми глазами. Ой, какая красивая. Вот. Потому что в другом месте удаление, и она уже совсем другая для него. Вот эти вещи стоит использовать. Иногда, чтобы увидеть картину, как пространство звучит, и можно перевернуть, посмотреть, есть ли пространство, есть ли это удаление. Ну, это больше, может быть, для портретных или задач с фигурой. В зеркало посмотреть, особенно вот, когда речь идет о портрете. Потому что мы не видим уже рисунка, мы уже его сами мысленно отредактировали, хотя на холсте он еще не отредактировал. А посмотрели в зеркало, о, щеку раздало. А так в другом разу все вроде было нормально. Женщина рисовала, перевернул мужчину. Вопрос, когда на степину нужно наложить несколько цветов, один на другой, например, букет. Вот я пробовала по диску вот эти вот пруды, эти бумаги. Ну, очень трудно все сливается, как это сделать. Там на белом фоне красные цветочки, картина, и это такое.
то вот не должно сливаться. Вот давайте сейчас травы, травы здесь нарисуем. Да, можно букет. Это мельник. Это будет картина 12 месяцев. Да. Вот, допустим, речь идет о траве. Определенных прием. Да, это, кстати, прием. Получается. Вы можете, да, кстати, нет, нет человека, у которого он не получается. Да, он хорошо получается. То есть, допустим, у нас там чуть-чуть темных, чуть-чуть светлых. Чуть-чуть с рикошетом бью. То есть я не делаю вот такое. Не делаю, что часто делают. Думаю, я сейчас аккуратненько приспособлю. Нет, лупасить надо. Вот идея как бы сгустка травы. Вот идея прямо по зеленой траве розовыми цветами. Ой, как хорошо. Ничего не смешивается? Нет, оно чуть-чуть смешалось. Ну это хорошо. Как бы во благо смешалось. А тут был какой-то букет, и все так смешалось, что не важно. Какие-то те цветочки все в высоту, а тут ромашечки или какие-то ромашковые в ширину. Кимоч, аукцион устроим? Давайте. Там зима. То есть оно смешалось чуть-чуть. Ну это как природа. Да. Там такая гирлянда над мостом, на дереве. Бывает просто слишком уже много краски. Когда уже слишком много краски, сбрила. И еще раз. А можно вот покажем? Ну только закат мне. Дневное. Нет, если ты... Здесь вот марево такое, но время солнечное есть. Значит, где-то вот оно сначала должно. Такой вариант. Не в этом конкретном, а просто. Я, честно говоря, не припомню картины, где дневное солнце нарисовано. Ну, не дневное. То есть закат не отражено. Но закат не окружено темнотой розового, оранжевого, темнотой. Тогда вот эта белизна вот этого садящегося, тогда она хоть как-то заметна. А так это будет открыто в небе. Чисто белые оставить, но нужно еще сияние вокруг этого. Нет, дневное, вот такое откровенное солнце рисовать не нужно. Не выдержит. Восход, надо вот тут. Но ранний восход. Ну это фактически белое на белом. Ну, как используя условный язык изображения. Условный. Вот как ни ст... Нет, есть. Вот когда солнце восходит, да, все настолько бело, вот в той акватории, за нами, конечно, там тени уже начались, но в той акватории настолько бело, что получается идея белого на белом. Белесое все, и в центре еще совсем белое солнце. Вот идея белого на белом, белого на белом, где не солнце, только чуть-чуть в тоне. Как ни странно, выглядит очень светло. Вот тут есть вот такое залитое солнце, да? Тоже же идея белого на белом. А где-то есть, по-моему, картинка, где... У Ван Гога есть такая работа. Не, Ван Гог, он все-таки... Очень, очень условно, очень условно. Там, где вот натуралистично, все-таки Ван Гог, он натуралистичен, он сильно условен. Ну, а белое у него есть... У него есть солнце такое... Ну, закат. Нет, нет, наоборот, сверкающее. На синем небе, вот такой шар. Потом белое там. Он же совсем условен. А если хочется вот уже белое... Просто, ну да, ну это символ светлого, светящего солнца. Но мы же на него не смотрим днем на солнце, мы же не можем на него смотреть, поэтому и не рисуем. Иногда там в таких случаях попадаем в его акваторию и ну, где-то там вот сияет, и мы на него не смотрим, чтобы глаза не ломать, но белое на белое получается. И если бы здесь вот было бы совсем чисто белое пятно солнца, казалось бы, что это солнце. Хотя это эфир был бы недостаточен, а картине все-таки откровенное солнце трудное. А про те и натюрморте в другом семинаре расскажете? Я про натюрморты, да, ну, когда-нибудь, конечно, поговорим. Просто
натюрморт он очень фундаментальный. Он требует такой вырезовки. А хотя к нему все равно придется как-то прийти. Ну да, хотя как же мы без натюрморта. Ну даже если он не очень, все равно. Художник с него профессия начинает, да? Нет, это классика начинается с натюрморта. Но все равно там, даже если он условен, более-менее, все равно там тени есть, свет, их же можно... Ну, смотри, тени внутри помещения, это, конечно, коричневатость и прочее. То есть считается так, на пленэре тень холодная, свет теплый, в помещении все наоборот. Свет холодный. Свет холодный, да, тень. То есть это фундаментально. А вот, Игорь, поподробнее расскажи, я обратил внимание, что у тебя мелкие тени на окна где-то, под крышей, еще где-то. Вот они, не знаю, как для кого, для меня они были раньше не важны. Какая-то мелочь, но она дает такую точность, что вот до нее как бы одно все. Чуть-чуть, смотрю, ты пометил. Это как бы эффект мелкого рисунка, мелкой прорисованности. Но он совсем по-другому пятна, и вдруг эффект мелкой прорисованности делает ощущение, что мы вообще-то все прорисовали. То есть вот этот уход туда, куда-то, да. Ступеньками. Вот. Хотя просто более мелкая прорисованность по отношению к крупным пятнам. Да. Это важная мелочь. Вот что еще такое важное мелкое, что мы, может быть, не замечаем? Просто свет-тень очень быстро решает вопросы мелкого рисунка. Свет и тень. На крыше какой-то скользящий свет. Вот. То есть, а уже все три плоскости решены. И эффект. Ну, что здесь-то мы не вырисовывали какие-то домики, может там деревца какие-то были. То здесь мы обошлись просто пятном. А здесь мы дали прорисовку как бы. А тут еще и деревья какие-то прозрачненькие, а там какие-то пятнышки, не пойми какие, которых можно угадать там то все. Вот. И получилось, что вот здесь насыщение рисунка дало ощущение, что мы всю картину выписали. Просто там у нас горы, вдалеке оттуда. Ну вот городские улочки, там все виноград тени, идет, да? Рисунок. Как только под виноград у тебя попала тень от винограда, вот совсем по-другому смотрю. Так это драма, контраст. Вот смотри, свет тень это быстрый рисунок. То есть когда мы даем принципиальную разницу между светом и тенью, мы тут же получаем эффект прорисованности. Хотя мы точно не допустим, если речь идет о лице, мы можем даже вот, трафарет. Это же прорисовано. Это ж с такой подробностью. Хотя всего лишь два пятна, темное и светлое. Но вот эта трафаретность, просто в рисунке она более прозрачная, трафарет это глухой, глухая тональность, а штрих в живописи и рисунке это прозрачное что-то. Поэтому оно звучит иначе, оно вкуснее звучит. В нем еще есть элемент угадывания, что-то можно угадывать, какие-то перегибы формы. В трафарете нет ничего, ничего не угадаешь. Но эффект подробности рисунка начинается именно со света и тени. Вот, когда новички хотят на линейном рисунке создать подробность, на линейном рисунке, не на свет тень, а именно на линию. Они, конечно, впадают в большие трудности, потому что рисунка нет, опыта с рисунком нет. И пока появится изображение на картине, как правило, застревает где-нибудь на каком-нибудь носу, глазе, губе, а свет тень сразу. Там же еще есть нюансы, да, и мы начинаем когда прорисовывать линейным рисунком, мы сталкиваемся с этими нюансами. А свет тени он сразу раздает лицо, допустим, в пространстве. Оно сразу в пространстве. А линейный рисунок в пространстве не даст. Но мелкие детали, да, вот, они сразу дают эффект прорисованности. Там еще у него труба есть, но просто я потрачу на нее сейчас 3 минуты и совсем не тяну, как бы, и без трубы хорошо.
А вот про землю еще, например, скала, это накладывание одного цвета на другой, скала это из-под другого. Самое тоже. Главное в скале, то есть тоже, конечно, свет, тень. Вот в этой картинке многие, кто рисовал эту картинку с моих даже видеоуроков, эти, вот эту. Я рисовала. Вот. Нахально сюда кладут такой же белый. Вот в эту теневую часть горы кладут такой же белый. Нет. Вот световая, вот теневая. Принципиально отделить одно от другого сразу. А потом уже в рамках света, световой части, делать вот эти освещенности. А в рамках теневой, не выходя за ее общую тональность теневой, тональность в смысле темность, то есть степень темности. Так же, как и здесь. Если здесь будут следы вот такого же, такой же освещенности, то, конечно, там будет уже какая-то другая форма. И мы усомнимся, что свет падает естественно. То есть, причем это же вещь очевидная. И когда человеку, вот он нарисовал картину, принес, он ее долго рисовал. И ты ему показываешь, вот здесь белый равен, вот здесь белый. Ну, может быть, здесь слишком агрессивно. Но, то есть белый в тени и белый на свету, это два разных белых. Хотя смотрим в тень отдельно, ну, белый. На свет смотрим, ну, тоже белый. Но белый в тени, он другой по тональности, по степени темности, чем белый на свету. Также и любой другой цвет. Кстати, вот для пейзажа можно тоже записать. Вот, белый в тени, сиреневит, фиолетовит. Часто вот на примере березы можно показать, какая возникает забавная проблема. Чтобы не портить вот это. Вот сейчас прям покажу вам забавную проблему, вы меня поймете. Мои страдания по этому поводу. Давайте тогда пишем. Белый в тени, сиреневит. Да, белый в тени, сиреневит. Потому что мы часто не знаем, что делать с белым в тени. Мы берем всякие грязи, какие-то, мы начинаем всматриваться, может быть, этот цвет, а может тот. Причем на разных картинах разные художники от разной освещенности используют разные, естественно. Но вот когда речь идет о дневном свете, дневном, это только, конечно, касается дневного. Но поскольку речь идет о пейзаже, то дневной свет, и, конечно же, белый в тени, сиреневит. И вот, например, очень выразительно может это быть высказано. Березовая роща. Солнечные зайчики света на траве, на листве. И, конечно же, ствол. Вот некий ствол. Неопытный рисовальщик видит, там свет упал, видит, что он белый. Вот с той стороны упал свет, и он видит. Белый, откровенно белый, кладет белый. А здесь он не может понять, потому что там начались рефлексы, на одной картине он видел там такое, или, а здесь, ну, а почему он должен быть сиреневым? Он его либо еще не видит, что это сиреневый, либо не понимает, почему там сиреневый, ему кажется, что, наверное, это ошибочка какая-то, опечатка или что-то. Но свет в тени сиреневый. Белый в тени сиреневит. Иногда даже вот так активно. Тогда это вкусно. Тогда это дневно и солнечно. То есть свет не просто белый, а чуть-чуть с оранжевинкой. Это вот та же история, что и там, только там откровенность как бы синенькая, но тоже с сиреневинкой. И сначала мы кладем принципиальную разницу белого на свету и в тени. А потом уже в рамки этого вкладываем какие-то рефлексы, которые там могут быть вполне.
вместе они дают красивое сочетание. Ну а если мы потом еще прибавим вот эти вот темные пятнышечки, то и вовсе будем иметь березовое содержание. То есть именно белый, вот в солнечный день, белый в тени сиреневит. А на свету оранжевый. Но очень бело оранжевый. Важный момент. Может, какие-то еще пару слов? Ну, я, собственно, практически все сказал. Игорь, а вот тучи снизу темные, какой там оттенок? Он просто темный, или он тоже с каким-то... Когда спрашивают, облако белое? Да, оно белое. Но солнечный день опять теневая, сиреневая. Солнечный. Вот когда грозовые тучи, они, конечно, могут быть любого цвета, чего только не напишут. Но туча снизу берет как бы цвет рефлекса от земли. Хотя на них это не так выражено, потому что они не плотные. Проще всего, вот когда отдельные эти лоскутки облаков, проще всего сначала загнать сиреневые, а потом фиолетовый, сиреневый, а потом уже подкладывать какие-то еще нюансы цвета. То есть снизу, естественно, темнее и менее точно по рисунку, а сверху более выражено, поскольку освещено и контрастность выше, более выражено по рисунку и не так рассеянно по рисунку, и бело. В смысле белый плюс оранжевый. А теневая сначала сиреневая, потом можно подгрязнить ее. Буквально грязцой. Это же грязца вот здесь вот. Вот такое что-то. Вот какой-то грязцой. Ну как мы здесь чуть-чуть. То есть та же береза, только лежит. Ну да. Только летит. Вот. Ну, если хотите, я могу что, поставить холстик, вы можете попробовать поработать тряпкой, набросать влагу, расщупать как это. Просто можете подходить, я вам дам на растерзание холстик и пощупать те или иные вещи. Пока они еще. Пока это все можно щупать. То есть я вот сюда ставлю холстик. Вот. И все то, что было проговорено, опять же, кто-то пощупал, а вам еще не досталось. Когда он нащупался, подошли, все, что он нащупал, тряпкой сняли и еще раз пощупали. То есть не церемонимся, потому что это рабочий момент, надо и имеет смысл попробовать. Если что, пользуйтесь чистенькой палитрой.